Друзья, всем привет! Доброе утро! Это парк Зарядье. Здесь злаки насажены. Капельный полив, между прочим. Здесь они решили воссоздать такой природный стиль. О, эти всякие кобры ели. Не приблизит. Горные сосны. Камешки. Где-то здесь должна быть аллея с березами. Это храм Василия Блаженного? Сосны Пумилио. У меня тут спуск вниз. Красивые романтичные женщины. Интересно сделано. Какая сосна пушистик. О, цветочки. А вот березы. Вот береза, какой ствол красивый. Так, что тут у нас? Кислица, сорнячки. О, чьи-то кетки вижу. Можжевельник. Шалфей. Кобры красивые. Они как раз отличаются тем, что они выдают одну почку, из этой почки еще одна ветка. То есть они не ветвятся, как елки. А у них получается, она поэтому называется кобра, у них такие длинные. Необычные ветки. Не деформисты, большие какие. Метра полтора, наверное, не деформис. Перфекциониста. Даже клевер. Вот тля-тля.
свивинки. Если переходит человек между какими-то отделами. Без не найдено. Березовые рощи, парки заряди. Это вот прикольно, но туда не полезу. Я думаю, да. Какая-то альпийская горка. Это манжетка цветет. Даже тропки вытоптаны, удивительно. Санечки всеми известные. А, свежо. Ну ладно, я в зависть самой не пойду. Тут и медом пахнет. Разноцветные эти тысячелистники. Очень красивые. И народ валяется под березами. И когда место открывали, оно было по-другому. Прикольно сделано, что выбрана плитка. Под ней вот эти дикие травы. Тимьян. Мискампус, наверное. Синий шалфей. Ой, синеголовник, или как он там называется? Хорошо, симпатично. Это помпасная трава, что ли? Роза. И мост вот этот вот. Машинка Кремля. Герань, шиповник. Ой, сколько шиповников.
Это, наверное, какая-то роза такая. Розовые девочки. Это озеро, пруд. О, свежо тут так. Нимфейки цветут. Сейчас уже закрылись. Нимфеи беленькие. На следующем виде. Да. Легендарные патриаршие пруды. Очень маленький прудик. Лебеди. Инс. Фонтанчики. Пойду с вами вокруг фонтанчика, освежусь чуть-чуть, поздороваюсь, всем привет. Народу много гуляет. Гуляю. Спокойно в Москве. Было сначала очень тревожно из-за там, все знаете, каких новостей, но сейчас все в порядке. Все хорошо. Народ гуляет, отдыхает, как будто ничего не происходит. Большой театр. Светофор, бегу.